Хабаровские любители танго приняли участие в международном танцевальном флешмобе. Показать красоту и страсть этого аргентинского танца пришли начинающие танцоры и те, кто в танго уже более 10 лет. Наш корреспондент Анастасия Магнус побывала в центре события. Тангерос – это люди, танцующие танго. Таких в Хабаровске более 200 человек. Танец считается достаточно простым для начинающих, но имеет множество стилей. Поэтому даже опытный тангерос со временем открывает для себя новые грани этого искусства. Главное в танго – диалог между партнерами. Ведет мужчина, а женщина подсказывает, как бы ей хотелось танцевать. Танго – это как твоя жизнь, постоянно такое текущее, поэтому сегодня кто-то один, завтра кто-то другой, сегодня собрались одни, завтра другие, но все очень близкие, родные. Вот сегодня видишь лица, которые ты не видел уже несколько лет. Аргентинская танго развивается в Хабаровске с 2008 года. За это время в город не раз приезжали мастера из Буэнос-Айреса. А 5 лет назад группа любителей провела свой первый флешмоб. Традиция пришлась по душе. И теперь в теплое время года тангерос собираются, чтобы потанцевать и пообщаться. Танго, как правило, это такая, как бы сказать, жизненная, отчасти трагическая музыка. Вот если послушаете мелодию, слова, перевод посмотрите, там вспоминает о прошедшей любви, о чем-то ушедшем, то есть так, как это бывает в жизни. В России набирает популярность. Об этом говорят опросы и растущее количество желающих попробовать себя в танцах. Это связывают с тем, что в обществе назрела потребность в четком распределении ролей, нежность женщины и мужественность партнера. Кроме того, для одиноких людей клубы танго – возможность завести новые знакомства. Эта акция у хабаровских тангерос не последняя в этом году. К 3 сентября они готовят новый флешмоб и зовут всех желающих. Анастасия Магнус, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».